Привет, доктор! Привет! Привет, Аришенька! Ты сегодня доктор? Да. А кого ты будешь лечить? Кто заболел? Кто заболел, того будешь лечить? Да. А что ты будешь делать? Ты будешь горлышко проверять? Ложечкой, да? А что это у тебя там, покажи? Ножницы. Это ножницы, если надо будет бинтик отрезать, да? Да, а вот бинтик, чтобы поставить уколы. Ты будешь ставить уколы? Да. А это проверять горлышко. Ложечка, да? Ты будешь ложечкой проверять горлышко, красное или нет? Нет. Нет, не красное. Молодец. Ариша, а ты знаешь, что есть еще очень красивый доктор? Почти тоже красивый, как ты. Да, вот там доктор. У нас сегодня есть новый наборчик. И какой мы будем наборчик открывать? Доктор Плюшева! Доктор Плюшева мы будем сегодня открывать. У нас будет новая куколка. Вот такая классная куколка. Я буду доктор. Из мультфильма «Доктор Плюшева». Давай откроем коробочку и выпустим нашего симпатичного доктора из коробочки. Да? Да? Я не хочу сидеть на ножке. Не хочет сидеть в коробке? Ясно. Ну, давай-ка. Она не хочет там сидеть, не хочет. Кто позволит доктор? А я сразу беду на скорую помощь. Хорошо, Аришенька. Папа, ну я доктор. А ты доктор. Да, я белый мальчик. И я буду кого-то лечить. Опа. У меня есть корона. Да, это такой ободочек. Ой, она разговаривает? Да. Ух ты. Песенки поет. Вот такая красивая куколка нам попалась. Вот она какая. И ботиночки у нее. Да, они блестящие. Блестящие, да, ботиночки. Косы такие шикарные. Посмотри, какой у нее красивый костюмчик. Убирает, какой чемодан, чтобы складывать мои вещи. И я поеду на скорую помощь. И будет такая мигалка. На, тебе разговаривающую куколку. Доктор Плюшева. В наборе... Эй, надо еще взять. Ариночка, у нас в наборе еще будет... расчесочка. Расчесочка? Да, вот такая вот расчесочка с логотипом доктор Плюшева. Я буду ее причесывать. Причесывать, да. Но сейчас у нее красивые косички, а потом можно будет причесать. Вот так. Она уже собралась, будет доктором. Да. Красивая куколка, Арин. Да, классная. Классная. И голова такая тяжеленькая. Мама, ты у меня голова тоже крутится. Голова крутится, да, да. Представляешь? Это у нее корона на голове, да? Да. Здесь написано «Доктор Плюшева». Вот тут написано «Доктор Плюшева» на расчесочке. Да. На расчесочке написано, а здесь просто цветочек. Написано «Доктор Плюшева». Тут кому-то ставить уколы. Ты кому-то будешь ставить уколы? Да. А доктор Плюшева тебе будет помогать, да? Да. Она моя помощница. Твоя помощница? Ты так придумала? Молодец. Мам, чтобы ее не уколи. Ты ее так крепко держишь? Да, чтобы ее не уколи. У меня наручка. Она боится кого-то. Боится кого-то? Да. И ты ее охраняешь? Да.
Ну, ты смелая. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. А тут есть. А,